Ну что, дорогие друзья, еще раз вам вечер добрый. Мы снова возвращаемся к играм элитного дивизиона. И далее по расписанию у нас матч Эмбарго из Азербайджана против Вэйвэйк из России. Первая карта, которая будет сыграна между этими коллективами, это наблюдательный пост. Давненько мы ее с вами не наблюдали. Ну и среди этих команд ее лицезреть, конечно же, еще более, так скажем, двойное X удовольствие. Ну, мы вас еще раз горячо приветствуем, дорогие друзья. Как всегда, для вас матч элитного дивизиона прокомментирует Герман Громов и Максим Чеев, и сейчас мы у Максима спросим. Максим, как ты думаешь, кто держит верх в этом БО3 противостоянии, Вэйвэйк или Эмбарго? Еще раз всем привет, ребят. Ну, я не берусь вообще выставлять кого-то из этих коллективов фаворитом. Да, парни все очень жесткие, уже не один год играют в Point Blank, не один год на арене, так что я просто ставлю на жесткую и потную игру. Ну, давайте все три мапы сыграем, а вот в чью пользу сейчас узнаем. Ну и давайте пройдемся быстро по составам команд. За Эмбарго играют Стефано, Жесткий, Загар, Такеда и 340-й, он же Гуэра. Ну а за команду Вэйвэйк играют Свампер, Капшке, Хоумейдж, Фемто и Рензор. Несменный абсолютно состав команды Вэйвэйк. Очень давно они, по-моему, уже им играют. Ну и максимум плюс-минус один игрок, потому что этих ребят я уже давно вижу именно в этом составе. Фемто ведет свою команду в топ элитного дивизиона. Но посмотрим, приведет или нет. Ну, дорогие друзья, очень интересно понаблюдать будет за этим матчем. Посмотрим, как же все-таки сложится эта встреча. Будет ли какой-то ярый доминант в этой паре, или же все-таки одна карта за Вэйвэйк, вторая там условно за Эмбарго, ну или наоборот, неважно. И на третьей карте все эпично довольно решится. Конечно же, хотелось бы в идеале, да, вот именно вот такой расклад увидеть. Но по факту уже будем смотреть, какой нас результат будет ожидать уже прямо сейчас, потому что мы прогружаемся на карту НП. Эмбарго начинают в атаке. Команда Вэйвэйк в обороне. Ну, поехали, посмотрим, что у нас здесь приготовили парни. Пока что Вэйвэйки занимают потихоньку офис. Тем временем Жесткий выходит уже под позиции воды. Стефана к нему, скорее всего, направится после этого. Но пока что без разменов. Есть у нас урон по Загару. Но, тем не менее, далее ответка по Сламперту залетает. Хороший минус от Жесткого. Падает у нас Фемто. Но, я думаю, сейчас должна быть информация, где находится соперник. Жесткий по-прежнему на воде. И он забивается куда-то в угол. Ждет своего соперника на пропрыжке. Но там еще есть минус по Сламперту. И падают у нас все-таки офис и выход под аплейн. Там Жесткого так до сих пор под водой никто не прочекал. Он там с самого начала раунда. Он здесь сидит и сидит, говорит: пацаны, я вообще, у меня все хорошо, минус 2 сделал, давайте ставьте бомбу. Хоумейдж 1 в 4, но не знаю, тяжеловато будет ему выбить эту бомбу. Таймер тикает, ну а соперников так и не убавляется. Хотя пора уже делать какие-то минуса, но здесь его самого прогревают до 50% хелсбара. И Хоумейдж здесь уже никуда у нас не выйдет, никакой раздефьюженной бомбы не будет, потому что довольно уверенно Стефана его закрывает. 1-0, отличное начало от Эмбарго. Ну что ж, атака показала себя в деле в первом же раунде. Сейчас самое время отвечать обороне. Как-то немного зажато действуют у нас, если честно, Вэйвэйки вообще на этой позиции. Точнее, на этой стороне. Обычно оборона у нас постоянно выходит куда-то на аркады мида. Постоянно пытаются закрывать своего соперника под его респой. Но посмотрим, как же будут действовать сейчас. Выход опять же на мидл. Падает у нас Рензор от Тругуэро. И здесь же Хоумейдж принимает выход на бэплейн. Но там Свамперт вместе с Вемто отвечает своему сопернику. Жесткий опять же находится на воде. И Загар пытается найти размен, но у Жесткого это получается сделать быстрее. Минус Фемто. Да, там и Загар на двойке получает голову от Свампера. И Свампер отличный минус 2 уже делает в этом раунде. Остается только Жесткий среди игроков команды Эмбарго. Но здесь опять же Капс дает по нему информацию. Да и граната, такая выдающая позиция была от этого игрока. Ну, 1 в 3, в принципе, шансы имеются. Да, пусть и небольшие, но тем не менее. Там есть... А, нет, нет, это Жесткий битый. Прошу прощения, я думал, там кто-то из игроков команды Вэйвэйк немножко по хелсбару просил. Но нет, хорошая хаешка по Хоумейджу сейчас падает, сгоняет его с этой позиции, но у Хоумейджа 14 хп, Капсу нужно помогать, Капс идет сразу же на хлопу моментальный, Суашек должен закрывать, но нет, он не закрывает, и у Хоумейдж все-таки переводит прицел на голову Жесткого, и это 1-1 по раундам. Ну что ж, ответка имеется, но довольно неплохо сейчас поиграли на нервах своего соперника игроки команды Эмбарго. Посмотрим, как же они поведут себя сейчас. Будет ли это, опять же, выход под мидл, или же все-таки попытаются сыграть на отстрел со своей респы. Да, все-таки занимается у нас аквариум. Рензор, опять же, попытается дать отпор своему сопернику. Загар уходит на железо. От Стефана имеется опенфраг, падает Свамперт, опять же, под... офисом. Фемто пытается ему дать отпор, а там Рензор идет на аркан воды, и по нему информации вообще никакой нету, Жесткий его не нашел.
Да, зато еще и Капс находит на центральном кафе Стефана. Минус от него Хоумейдж, минус 2 также делает и Такеда. Остается один против троих игроков. Загар там после смерти уже гранаткой нашел Капса, но ситуация, опять же, далеко не благоприятная для игрока команды Эмбарго. Ну, найти трех соперников-то это не так-то и сложно, но вот убить их это уже задача довольно не из легких. Фем-то здесь пикнул все-таки на мидл, встретил Такеду, ну и теперь по нему есть вся информация, ну его должны, в принципе, принимать без труда на Б-пленту. Ну, посмотрим, в принципе, если сейчас минусует Хоумейджа, может поменять сразу же свою позицию, но там его под шахматами будет Фем-то в любом случае ловить, и если в спину пойдет, то там еще и Рензор. Так что уходить отсюда незамеченным будет сложно, но выходит на перестрелку с Хоумеджем, есть минус, а он слышал походу Рензора? Нет, не слышал. Нет, не слышал, есть все-таки минус, и это второй раунд за командой V-Wake, потихоньку, но помаленьку забирают игроки команды V-Wake уже преимущество в свои руки, ну и надо бы продолжать в том же темпе, но пока что мы выйдем с вами в лобби. Так, ну и что это было у нас? Что это такое? Звук пропал, парни. Ну, ладненько, ждем тогда игроков команды V-Wake. Неплохо они после первого проигранного раунда берут сразу два. Вообще, по-хорошему, надо продолжать. В идеале, да, 8-1, 7-2 им сейчас сделать. То есть, ну, если не 8-1, то 7-2. 6-3 это уже очень шаткое положение. Опять же, мы смотрели предыдущий матч, где играли у нас лайнапы против Five Elements. И там тоже 6-3 на первую половину все-таки выиграли на люксе команда Five Elements. Ну, а там дальше вы сами все видели. Один раунд, как итог, в атаке у команды Five Elements. И здесь может повторится абсолютно идентичная история. Поэтому V-Wake'ам нужно набирать как можно больше задел на вторую половину. Задержку не меняли, еще и загар здесь же. Всего 7-8 секунд стоит задержка. Я ставил 2 минуты ровно. Единственный момент, который может быть, это рестрим, режет эту задержку. Но без рестрима никак не получится вывести стрим. Вот так вот, ладно, будет. Как-то вот так вот. Да, ребят, я, возможно, я не знаю, я в настройках выставил ровно 2 минуты, 120 секунд. Единственное, что может, это сама программа рестримерит задержку. Не знаю, она, кстати, нестабильно режет какой-то кусок времени. В какой-то момент, может быть, это, наверное, 10 секунд, какой-то 20. Я не знаю, как, честно, это работает, но без рестрима мы, к сожалению, никак вывести стрим тогда к вам не сможем. Тем более в хорошем качестве. Только благодаря рестримам мы стримим реально в хорошем качестве. Вот, поэтому, дорогие друзья, как-то так. Ну что, смотрим. Пока что неплохое начало, опять же, этого раунда от команды V-Wake. Там уже и Такедо битый, и Загар немножко подрейженный. Ну а вот жесткого опять пропускают на воду. Он откидывает очень хорошую хаешку. И там двое игроков V-Wake на этой позиции. И погибает Смампер. Погибает и Фем-то. Жесткий, да, опять же, сделал подляночку своим соперникам. Но там Рензор отвечает также даблкиллом, но Такеда здесь же подключается в перестрелку. Есть минус по Рензору. Попытался пройти у нас Капс жесткого, но он так и не понял, откуда по нему был урон. На воде играет у нас жесткий, опять же, по-прежнему он играет с этой позиции, и у него уже не раз получалось здесь отстреливать одного-двоих своих оппонентов, но на крыше находится пока что Капс, к нему не перетягивается Хоумейдж, остается пока что на шахматах, а сюда направляется жесткий. Сотня хелсбаром, но Загар все-таки находит Капса, фугас установлен и Хоумейдж на перетяжке. А он в спину выходит к одному, видел еще и Загар в офисах, поэтому есть инфа по одному так точно. Полетит гранат, под эту гранатку надо было бы пропушить, наверное, все-таки плент, но хаешка не настигает своей цели, куда была она изначально закинута у Такеда. 9 хп, ему надо здесь очень долго жить. Но Загар, я думаю, сразу в размен ему нет идти никакого смысла. Зря. Мог играть на таймер, но благо все-таки закрыл своего оппонента. Это второй раунд для эмбарго и 2-2 на табло. Едем дальше. Как сейчас отыграют у нас V-Wake, но если они тройку отдают,
ну, можно сказать, будет дефолтом. Но если и четверку отдают также атаки, то у вивейков начинаются огромнейшие проблемы. Но, опять же, мы не видели их еще в атаке на этой карте. Так что, может быть, атака у них тоже подготовлена гораздо лучше, чем оборона. Но от Фента есть опенфраг, падает у нас 340-й. Также Загар направляется под позиции железа. Но от Такеда есть размен, падает Фента. 4 в 4 ситуация на карте, но у Хомыджа и у Капса могут быть проблемы сейчас под Б-плейнтом. Туда направляется Загар. Ну а здесь жесткий тоже погибает. Отличный минус от Свампера. Такеда пойдет размениваться. Такеда пойдет размениваться. И им нужно как можно скорее найти этот минус по Свамперу. Но Свампер здесь еще и четвертого забирает. Третьего, прошу прощения. И Загар остается 1 в 3. И по нему абсолютно вся информация имеется. Ну, Загару тяжело придется в этом моменте. Ну, в принципе, Загар довольно опытный игрок и должен вывозить скиллуха также на уровне. Есть минус по Рензору, есть также информация сейчас по Капсу. 61% здоровья у него остается, выход на шахматы. Но здесь Хомыш будет его принимать под складом, но нет. Все-таки уходит Загар под даплейнт. У него есть информация по двум своим соперникам. Будет ставить фугас и просто играть на удержание таймера. Да, хорошо, сейчас Загар вообще не фейкует ничего, просто прямолинейно пошел, поставил бомбу, ну а Вейки надеялись на то, что все-таки фейк какой-то будет со стороны игрока команды Эмбарго, но Загар здесь в упоре на лестнице будет принимать, потому что понимает, что девайс у него позволяет играть в упоре, и он слышит двух игроков, которые сейчас один будет минировать бомбу, второй прикрывает, капс, отличный хедшот, и это третий раунд для команды Вейк. Ну что ж, ответка опять же имеется, но сейчас надо продолжать в том же духе и брать семерочку прям на первой половине, тогда будет все у вивейков замечательно. Но, в принципе, и камбэки не с такого счета мы с вами наблюдали, опять же, выход под мид у нас будет, но в этот раз Рензор принимает решение более аккуратно отыграть, остается пока что под винтами, Хомыш опять же прикрывает выход на Б, от Рензора имеется опенфраг, падает жесткий, и тем временем Свамперт с офиса ведет перестрелку против Стефана, но против этого парня шутить не стоило бы, да, попытался отойти Свамперт, но Стефана его добивает, и 4 в 4 ситуация на карте. А там Рензор идет все-таки в спину своим соперникам, и вот именно Рензор может сейчас стать такой, скажем, палкой в колеса для команды Вейк, для команды, прошу прощения, Эмбарго. Но здесь 340-й, он же Гуэра, забирает двух своих оппонентов, погибает от Фемта. Ну а Рензор идет в спину, по нему есть информация или нет? Такеда, по идее, должен был слышать какой-то микрошифт, но сейчас он его слышит, и Рензор отсюда уже вряд ли выйдет. Хотя есть первый минус, но если бы перевелся моментально на голову Стефана, то было бы замечательно. Ну а так 3-3. Не позволяет пока что разыграться и разгуляться игрокам Вивей команда Эмбарго, но будем смотреть за дальнейшим развитием событий. Есть у нас откид Хаен на воду, и там отыгрывает у нас Стефана, но я думаю, Стефана должен в дальнейшем перетягиваться к своим тиммейтам. Также будет выход у нас на мидл, где вновь принимает Рензор. Загар отправляется на решетки, от Рензора Хаешка неплохая под Такедом, но там же размены летят со стороны команды Эмбарго, а Свамперта также был минус по Стефану. 3 в 3 ситуация на карте, но вот немного по холсбару просели сейчас Вивейки. Рыдовый хоумейдж, но поможет ли это сейчас команде Эмбарго, давайте посмотрим. Ну там 340-й неплохо работал по Б-планту, хоумейдж успел вернуться за текстурой ища, и теперь благодаря только этому он жив, но 340-й прекрасно знает, где находится один из его соперников, по двум другим пока что инфы не так много, как хотелось бы, но втроем главное идти команде Эмбарго, сейчас они выходят на Свампера, Свампер, 78 хп, Свампер работает довольно неплохо, но остается у него крайне мало хелсбара, там Капс пытается работать с рекламы на мидл, ну и здесь у Свампера большие неприятности сейчас будут. Ну, посмотрим, справится он с ними или нет. Если же сейчас его ликвидируют, то, по сути, позиции аплейнта будут открыты, и вообще никто не помешает установке фугаса. Ну, Загару бы сейчас не мешало перетянуться к своему тиммейту, но он зачем-то в соло пошел атаковать Б-плейн, где его принимает как раз-таки Капс, и оставляет своего тиммейта в соло. Свампер спокойно с ним справляется. И это четвертый раунд для команды Вивейк. Вивейк опять же вырывается вперед, но эти качели им совершенно ни к чему сейчас. Надо брать еще два раунда стабильно. Если 5-4 будет в пользу вивейков, а если еще и в пользу эмбарго, то, ребята, вы очень жестко провалились на карте. Да, но они еще регулярно пропускают жесткого на позицию воды, да, и потом он идет занимать дальше рекламу.
Ну а вот Рензор сейчас отлично его прочекал, а так бы жесткий мог бы еще где-то кого-то найти. Но пока ситуация крайне аховая для команды WeWake. Фемта дал информацию по загару, но ему самому здесь надо жить. Уходит на винты. Хорошая хаешка упадает. И здесь просто все закидали гранатами. Бедный Фемта, но там остаются только Рензор и Свамперти. Свампер получает информацию по одному из игроков на винтах. Есть отличный хэдшот по загару. Здесь же еще и 340-й, но он сразу его разменивает. И Рензор 1-2. Ну и что, клатч раунд потащит ли? Ну, в принципе, может, там парни так в линейку выходят неплохо, но он упал на воду. Эх, теряет очень много драгоценного времени, но там уже его принимают с винтов. Я думал, сейчас будет минус, но все же, даже если сейчас Стефанова убрал, то времени не остается. Да, все-таки забайтил Стефана на выстрел, и это еще один раунд для команды Эмбарго. А вот это уже тревожный звоночек для вивейков. Максимум, что им здесь светит на данный момент, это 5-4-5. Первой половины, ну и потом какие-то чудеса в атаке. Но посмотрим, в принципе, команды у нас довольно неплохо подготовлены, раз все-таки дошли до финальной стадии элитного дивизиона. Есть выход на мид, где Фенто готовится давать отпор своим соперникам, смоки и хаешки под эти смоки. Так, ну что, как раз таки за Фентом мы сейчас и посмотрим. Он пока что на винтах, на центральном кафе. Ну и здесь Стефана находит голову Свампера. Рензор под рекламой. И сейчас Рензор пока что недостающее звено команды WeWake. Если погибает Фента, это будет просто Габелла. И да, действительно, он погибает. Рензор здесь вряд ли что-то уже сделает. Разве что со спины как-то пойдет и быстро найдет какие-то минуса. Погибает, Хомыч взрывает сам себя, и только Рензор может спасти этот раунд для своей команды, но там 5 игроков живых. Да, Такеда его слышал, прекрасно ставит ему хедшот. Это 5-й раунд для команды Эмбарго. Эмбарго пока что показывает себя с лучшей стороны на этой карте, по крайней мере на первой половине. Не буду торопиться с выводами, возможно, вивейки сейчас нам покажут великолепнейшую игру в атаке. Мы, к сожалению, пока у нас шла групповая стадия легендарного дивизиона, редко могли уделять какое-то время элитному дивизиону и боевому, да вообще, в принципе, не могли, вот только под конец, когда они уже подходят к финальным стадиям, и поэтому сложно сейчас говорить, на что способны эти команды. Да, мы видели их ранее, но скилл, тактика, все у них могло измениться за это время, и парни сейчас совершенно играют по-другому. Но будем смотреть за атакой от вивейков, но если они в первых двух-трех раундов ничего не показывают, то это фиаско на этой карте. Так, ну что, дорогие друзья, вторая половина прямо здесь и прямо сейчас. Смотрим за командой WeWake. Сможет ли она что-то противопоставить своему сопернику теперь за атаку? Ну, не то чтобы верится с трудом, просто гораздо сложнее им сейчас будет уже добывать раунды, не играя за атаку. Просто для команд Азербайджана, да, то есть НП, Люкс, это вот карты более удобные, так скажем, да, для... точнее, именно НП, это более для них удобная карта. Но опять же, да, ну не против команды WeWake. Но не против них. Ну а так, играют ребята эти карты действительно очень на хорошем уровне. Но пока сидят под тест-спауном, есть прокиды. У жесткого прокинули уже на 30 хп. И, возможно, его заберут под рекламой сейчас. Ну, посмотрим. Пока что без разменов у нас на карте. И как только я говорю эту фразу, всегда летят минуса. От капса имеется open фраг, падает жесткий. Но здесь же размен на Фента следует. От Такеда есть минус по хоумейджу. И ситуация 4-2 уже на карте. Также падает Рензор. Свамперт и Кап попытаются перевернуть эту ситуацию для своей команды. Есть выход на мидл. Такеда продолжает атаку. Но там уже аркада за спину. И падает Свамперт вместе со своим тиммейтом. Это уже 6-й раунд для команды Эмбарго. 6-4 загорается счет на табло, и Эмбарго все дальше своего оппонента. Ну вот сыграть бы им через воду, не знаю. Очень многие коллективы позицию воды вообще никак не играют. Они смотрят максимум, да, это поджим на эту точку. А вот здесь Фемта уже погибает. Хорошая граната от жесткого. Ну и жесткий сейчас может полететь дальше в разнос. Забирает второго, забирает третьего и... забирает четвертого, похоже, нет. Кап все-таки с Рензором находит размены, но моментально 340-й со Стефана забирают своих оппонентов. 7-4. Крайне легко складывается для Эмбарго сейчас в обороне. Они, в принципе, действуют вот с этой агрессией, наверное, которой немного не хватало команде Вивей. Они позволяют себе аркады, вот опять же, аркада на Т-шку у нас выходит от жесткого. Да, возможно, он здесь не соберет такого великолепного урожая, там не соберет трипл килл. Но хотя бы один минус сделает, он еще из Т-шки под мид убегает. Красавец, вообще молодцом. Пересекает Атлантику. Молодец. Колумб. Ну что, 5-5. Да, здесь действительно Федор Конюхов просто какой-то пересекает у нас экватор. Ну и
Что у нас? 340-й. Здесь на обороне аквариум. Рензор его закрывает. Но там на воде еще Стефана, про него забывать не надо. Да, здесь жесткий. Жесткий. Забирает все-таки Рензор. Но его должны были разменивать. А здесь железо не разбито. Беги. Беги, жесткий. Убегай. Но здесь железо не разбивается. Но все-таки благодаря тому, что не разбито железо было. И он делает второй фраг. Но здесь опять же Свампер имеет информацию по загару. Отброс гранаты. Загар погибает. Но вот сейчас вполне Хомыч может утащить этот раунд для своей команды. Сотня хелсбара, с учетом того, что двое игроков биты. Там еще и у жесткого 4% здоровья просто на одну тычку. У Стефана 64. И, в принципе, это довольно неплохой стрелок команды Эмбарго. И он может также зажигать, несмотря на то, что немного рейлиный. Но выход у нас все-таки под офис имеется. И далее будет установка плейнта под альфой. Чекает, чекает на наличие соперника, но там вдвоем закрываются игроки Эмбарго в районе Б-плейнта. Но вот перетяжка имеется от Стефана. Стефано, аккуратнее надо играть, молодой человек. Все-таки ваш тиммейт на одну пульку. Под Стефана кидается граната. Стефана ее не и выйдет, и жесткий остается один. И Хомыч, отличный клатч раунд в исполнении этого парня. И ВВ-ки берут первый раунд в атаке. Отлично. Отлично, с почином, ребята. Ну, по крайней мере, сейчас, я думаю, они прощупали как раз-таки все вот эти слабые места у команды Эмбарго и должны на них давить. Но пока что принимают решение теперь просто каждый раунд играть от дефа. Как-то принимать своего соперника на аркаде. Они уже видят то, что Эмбарго позволяет себе так вальяжно разгуливать по всей мапе, аркадиться, перебегать стежки на мид. Все прекрасно у них. Но посмотрим, смогут ли они поймать своего соперника на этой аркаде, где он ошибется, но пока что не очень это получается. А вот от Фента имеется open frag, а там жесткий выходит за спину и даблкил. Да, здесь вроде казалось бы, да, только ВВ-ки делают entry frag, у них все хорошо, и тут вылетает жесткий, и сразу минус 2. И так, кстати, постоянно с азербайджанскими коллективами, как только даже если у них погибает один игрок, там сразу же идет давление абсолютно с другой точки, которое добывает преимущество. Не всегда преимущество, но давление идет в 90% случаев. 340-й забирает также на тест-спауне Хомыджа и Капса. Это 8-й раунд для команды Эмбарго. 8-5. Миссия провалена. Ну, показываю то, что да, в одном раунде, ребята, мы ошиблись. Где-то дали слабину, полетели на аркады, где-то не перестреляли. Но сейчас мы готовы бахать далее. Два раунда остается до победы. Посмотрим, что же сейчас у нас будет для команды V-Wake. Но пока что от Фента, опять же, имеется open frag, падает Стефана. Так, Эдо, есть минус. Ой-ой-ой, даблкил в его исполнении. И ситуация сейчас 3 в 3. Рензор ловит своего соперника жесткого на аркаде железа. Но там под Б-плейнтом вообще никого нету. Только загар поднимается сейчас. Но там Хомыч и Свампер тупали. И Рензор остался один. Да, и причем 340-й, казалось бы, у него такой хелсбар, как сейчас, да, он был на протяжении там секунд 10. И он все равно не побоялся идти на перестрелку и забрал своего оппонента, даже двух. Да, да, двух он на аквариум забрал. Это 9-й раунд для команды Эмбарго. И что это, пауза? Или еще какая-то ошибка? Ну, в чате вроде ничего подобного не видел. Ошиблись. А, это пауза. Вышли, чтобы приветы передать. Это пауза все-таки. Окей. Так, ну что? А, кстати, по статистике команда Wake не пролеталась. 3300, 900 у Фемта, Homemage 1800, 2100, Свампер 7. Свампер, походу, один вообще за всю команду настреливает на пабликах. Мягко говоря, Wake не любители постреляться. Они любители просто поприходить на игры, либо на миксы. У Стефана, в свою очередь, почти 5000 киллов, у жесткого почти 6. У Загара почти 8, у Такеда 640 и 340 почти 5. Ну, то есть тут в разы команда Эмбарго превосходит именно по стрельбе в плане вне официальное время, да, вне официальное время матча, я имею в виду. Играют больше, конечно же, команда Эмбарго. Ну и здесь и по игре также пока что по стрельбе действительно команда... команда... Все вылетело из... Эмбарго. На карте НП выглядит действительно сильнее.
То есть, да, возможно, поменяется локация, поменяется вообще в целом картина. Я такого момента ни в коем случае не исключаю. Но на данный момент отрезка времени, да, то есть они реально сильнее. Ну что ж, полетели смотреть далее, смогут ли эмбарго у нас далее, так сказать, подтвердить свой статус жестких пацанов, или же все-таки здесь от вивейков будут минуса. От жесткого есть минус, Рензор и Свамперт размениваются, но здесь под Свамперта хаешка довольно неплохая залетает. Ситуация 3 в 3 сейчас на карте, Рензор готовится принимать своего соперника на аркаде, Хоумиш там пытается какие-то префайры давать Фенту, поймать на пиксель соперника. Но здесь игроки команды эмбарго прекрасно понимают то, что лишний раз открываться им сейчас не с руки и просто сидят под своими позициями. Да, ну, боятся пока что выходить, пытаются они кого-то еще на аркаде найти, потому что понимают, что эти ребята из команды эмбарго могут даже на такой стадии сидеть просто где-то в спине и дожидаться удобного для себя момента, поэтому команда Wake довольно плодотворно и довольно аккуратно все позиции чекают. Но у Такеды сейчас проблемы, он может погибнуть сейчас, а Загар в это время меняет позицию на других винтах. А вот такие это вообще ничего не боится. Он Рензор еще так поднадавал немножко, но ситуация 2 в 2. Пока что все играбельно для вивейков. В принципе, здесь только по стрельбе сейчас могут превзойти своего соперника эмбарго. Но опять же, Хелсбар, ну да, там у Фента немного подрейдили парня, 37% здоровья остается. Но уже не раз показывали наши игроки то, что Хелсбар это далеко не самое важное, что может быть вообще в игре. Но выходит на перестрелку с офисом, там Стефана уже ловит потихоньку по себе урон. Рензор перетягивается также по Т-шку и сейчас полетят префайры у нас под офис. Отличный минус от Рензора. Но там еще и Загар выходит на аркаду, падает Фенту и ситуация один в один. Ну, мне интересно, сколько патронов парных УА осталось у Рензора? Здесь от этого много что зависит. А, нет, нисколько. 10 патронов всего сейчас в одинарных УАшках. На самом деле, это маловато. Загар, если не получит одну из этих 10 пуль в голову, может, в принципе, пойти задавить 5 пуль. Релоуд. А, нет, это у меня показывало 10 пуль. А вот теперь действительно релоуд. Ну и Загар на этот релоуд выходит. 10-5. Первая карта уходит команде эмбарго.